Сегодня я участвую в выборах президента, потому что мне надоело наплевательское отношение к людям. Мне надоело то, что каждые 4 года разные люди обещают тысячи километров дорог, водопровод, канализация, пенсии, как в Европе. Но у нас продолжают уезжать люди из страны. Сегодня мы либо поломаем всю эту систему, либо мы в течение 4-5-6 лет исчезнем как государство. И мы с нашими дипломами о высшем образовании будем только укладывать плитку в Подмосковье и заниматься уборкой деталей. Вот это нас будущее ждет. Мы не можем дальше жить в стране, в которой депутаты парламента превратили наш парламент в публичный дом. Я создам небольшую, но поверьте мне, компактную спецслужбу, о которой будет говорить весь мир. Я как Моссад буду привозить из-за рубежа этих негодяев, которые там прячутся вместе с нашими деньгами. Сегодня люди ждут конкретных решений, а не болтовни, которые мы слышим последние 25 лет. И я вам докажу и покажу всему миру, что такое борьба с коррупцией. Я буду слугой только своего народа. И меня не интересует, чтобы я там нравился депутатам, министрам и судьям, больше половины из которых я бы отправил бы собирать кукурузу. Я обещаю вам, что у вас будет реально народный президент, народный ревизор, который разорвет и уничтожит все то, что они строили все эти годы. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.